Всем привет. Сегодня я на своем сайте сделал такую вот закладочку, называется «Опрос для Рутуб». Значит, здесь я, значит, включил вот такие вот вещи. Первое – отменить рекламу. Ну, сами знаете, как она надоедает. Сделать лайки и дизлайки, как на трубе на YouTube. Сделать количество просмотров данного видеоролика тоже. Взять все это следует с YouTube. Сделать кнопку «Поддержать автора видео». Сделать привязку к разным странам. И к России, и, как говорится, к Забугорью. Потому что не только одна Россия смотрит эти видео. Я вот, допустим, сам нахожусь в другой стране, а хочу поддержать автора, допустим, видеоролика. Сделать кнопку «Поддержать сайт Рутуб». Значит, самое главное, значит, что? Поначалу, значит, у Рутуба не будет столько большой поддержки от сайта, если правительство Российской Федерации не возьмется его нормально поддерживать. А со временем, за счет того, что люди будут туда чаще ходить, значит, все придет, как говорится, к норме. Там можно сделать по типу краудфандинга, то есть, чтобы народ поддерживал. Да, отовсюду. Привязать к самым разным платежным системам. Опять-таки, сделать поддержку не только из России, но и изо всех стран. И, значит, указать свою страну. Почему? Потому что все негативные лайки или дизлайки сразу будет видно, откуда идут дизлайки. Вот. Ну, тут еще, может, там специалисты поработают. Значит, как с этим делом, все это дело разобраться, чтобы пользователям в графическом виде было, допустим, видно, откуда, как говорится, все это идет. Значит, я долго надумал над этим вопросом, но решил, что все-таки, если уж с открытым забралом, как говорится, выставляешь свое мнение, ну так будь любезен, Гюльчатай, покажи свое личико. Вот у меня к Рутюбу, значит, вот были такие претензии, потому что, ну, ребята, ну, это же просто невозможно смотреть там ролик на 10, там на 15 минут, и вы 2-3 раза прерываете его абсолютно дурацкой рекламой, которая никому не нужна. Вот. Я понимаю, как говорится, вы хотите деньги там это самое сделать, хотите там быть чуточку богаче, а с другой стороны, будьте патриотами. Вот. И я вам гарантирую, что вам все это дело сторицей вернуться. Вот. Ведь понимаете как? Тут же, так скажем, так, как эффект снежного кома. Вот Татьяна Монтян, она сама говорит, что сидела там, делала свои видеоролики, и там по 10, там, ну, максимум по 15 тысяч просмотров она имела. Но как только началось 24 февраля, и у нее, значит, сразу там по полмиллиона, по миллиону просмотров стала иметь у нас видеороликов. Вот. Советую, значит, вам внимательно смотреть за авторами, вот, и чтобы авторам тоже было
как говорится, удобно размещать свои ролики у вас. Ну, сделайте что-нибудь, ну, не будьте такими вот костными. Вот. Вам это, я вам говорю, я интернетом уже лет 20 там занимаюсь, количество сайтов самых разных посмотрел. Вот. И у меня там свой маленький сайт есть, но у меня очень, скажем так, специфическая такая сфера. У меня там и не должно быть много, скажем так, людей, которые там просматривают мое видео, потому что я пишу о Линуксе. Это, значит, сайт там у меня, где, значит, я рассказываю там, как настроить Linux. Вот у меня сайт linuxromanov.co.uk. Опять-таки, значит, тоже целая была у меня история, значит, с моим сайтом. Раньше у меня, значит, был сайт другой. Человек, значит, из Украины, значит, его проплачивал, а потом он просто перестал отвечать. Ну, я боюсь за самое плохое, значит, что он просто, как говорится, не в состоянии, или его уже нет. Вот. А когда я попытался проплатить деньги за сайт из Англии, а мне, значит, каждый раз, значит, отвечали, значит, что мою банковскую карточку английскую они не принимают. И это было еще задолго до этих там событий. Это года было 2 или 3 назад. Но уже тогда мою, значит, банковскую карточку, виза самую обычную, они к оплате не принимались. Не принимали. И мне пришлось, значит, сделать сайт на Google, сайт, сейчас где-то у меня он тут был, сейчас гляну, скажу, вот, сайт google.com, вот, очень по дешевой, скажем, цене, ну, для меня, скажем так, приемлемой. И я, значит, там смог укладывать туда там свою информацию. Вот. Ну, просто вот, ну, для Рутуба, ну, да черт побери, ну, будьте вы патриотами. Не гоняйтесь за деньгами. Сделайте для людей нормальный сайт. Ну, это же настолько очевидно. Ну, какой черт, если я хочу посмотреть, что там, допустим, там в Литве происходит. И зачем мне эти ваши рекламные ролики смотреть? Замените, отмените ее. Вот. И сделайте вот все то, что по пунктам, как говорится, тут указано. Я сейчас попытаюсь еще привязать к данному ролику, значит, эти кнопки, удастся там или не удастся, не знаю. Вот, потому что сейчас у меня, значит, просто вот привязано пока к моей секции уроки. Вот. А я постараюсь, значит, указать там адрес конкретный там на видеоролик и так далее. Ну, просто, ну, а сколько раз критиковали вас? Да елки-палки, да вас уже уши должны гореть от того, что вот вы творите, от того, что вы ничего не делаете. Делайте, делайте, будьте патриотами. Ну ладно, я эмоционально сказал, конечно, но это уже, скажем так, наболело, потому что я частенько захожу на Рутуб, смотрю там моих авторов, вот. Вот, пожалуйста, вам конкретно вот пример у меня на Рутубе. Вот, посмотрите. Вот, пожалуйста. Значит, захожу на Украину. Ролики. Смотрю последние ролики.
Значит, Татьяна Монтян. А у Татьяны Монтян последний ролик. О, наконец-то появился 7 минут назад. А так было вот и 9 дней назад, и так далее. Ну, понимаете, ну это же ну просто невозможно. Вот тут мои каналы. Вот нравится мне, значит, смотреть Михаила Ануфриенко тоже видеоролики. Вот. Ну вот тоже вот 2 часа назад. Ну так, ну можете, ну так и делайте. Делайте это для людей. Вот. О том, как, значит, посмотрите внимательно. Сделать кнопку «Поддержать автора видео». Вот автора понравившегося видео, пожалуйста, ту же Монтян, того же Ануфриенко. Вот, пожалуйста, сделайте это. Сделайте кнопку «Поддержать» сайт Рутюб. Я вам гарантирую, что к вам денежки потекут. Сначала, скажем, не так много, но со временем их будет гораздо больше, и вы будете чувствовать себя свободнее. Вот. Ну ладно. Значит, скажем так. Я тут много критики выдал для рутубовцев. Ну, ребята, ну, ради бога, ну, поверьте, увеличите количество просмотров, вот, будут у вас, как говорится, и пирожок, и вишенка на торте. Ну, ладно, желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего, успехов, удач и до новых встреч.